Сосуда, давайте, все понятно тогда, тогда будем на контроль бежать. Угу. Вот. Еще у нас 2 сентября, да? Да, это снимается там какая-то сумма. А, прогибался сопровождает. Ну, вот этот иск, это уже вы обратите, более департамент, они сильно возражать не будут. Они же тоже признают ваше решение. Обращался на прием к Акиму Штыгаринского района, 35 возражающего коммунального жилья. Начало приема 9:00 часов, это единое время по всей области. Место проведения и порядок записи на прием граждан можно узнать в региональных средствах массовой информации, на официальных интернет-ресурсах акиматов городов и районов. К Акиму области жители могут записаться по номеру телефона 575-084, либо лично в кабинете номер 105 здания акимата области.